Черт. Боишься его? Это же ваш муж. А ты его убей. Значит так, беру я тебя только потому, что меня об этом просила Маруся. Понятно? Угу. Говорить ты должна только да и нет. Понятно? Угу. И гостям первое время не показывайся. Хорошо, сударыня. Что? Сударыня? Ой, не могу. Да, убила наповал. Я? Это неправда, сударыня. Ну, развесьте объявление, что ли. Не курить, не ходить. Уважайте труд домработницы. Вход без смены обуви запрещен. Не злись. Это вредно. Можно? Спасибо. Я так радовалась, когда узнала, что мы будем жить вместе. Думала, мужики будут уезжать на работу, мы с тобой целый день будем делать, что хотим. А на деле что вышло? Между прочим, это я папочке посоветовала, чтобы он вас пустил пожить в свой дом, пока Глеб не построит новый. И чего? Ну, никаких же эмоций, понимаешь? Ноль! Не ворчи. Вот ты не хочешь новых впечатлений, да? Нет. А Нюра-то где откопала? М? Кого? Да Нюра твою! Нет, главное, говорит, ей 18 лет. Я думаю, ну сейчас приедет какая-нибудь красивая, молоденькая, раскованная. Нюра моя бывшая ученица. Я ее еще девочкой знала, когда работала в интернате в Ярославле. И обещала найти ей работу. Чистюля. Понимаешь, я ненавижу его. Ну что это такое, а? У него карандашик к карандашику. И еще один такой вот карандашик. И еще один такой вот маленький-маленький карандашик. Ненавижу его. Вот скажи, вот нормальный мужик. Вот он будет раскладывать карандашик к карандашику, а? Это мой бокал. Был. Да я тебе еще 100 бокалов куплю. Ты лучше посоветуй, ну, что мне делать, а? А я тебе уже говорила. Если ты действительно его не любишь, разведись. Разведись? Нет, ты в своем уме, разведись. Мне отец разведется, блин. Он этого Олега так обожает больше меня. Олег гений управления. Олег сохранит наш капитал. Олег молодчина, молодчина. Контрольный поцелуй. Остряк-самоучка. Кажется, тебе хорошо. У тебя Глеб. Молодой, красивый. Убери эту дрянь с моего стола. Да ты что? Девочка, ты не дрянь. Ты экологически чистый кокаин. Инесс, я серьезно. Thank you.
Дверь закрой. Ты видел? Это же Володька Тихомиров из конструкторского бюро. Это что получается? Получается все то, что мы подозревали. Это правда. Может быть, все-таки несчастный случай? Ну какой несчастный случай? Какой несчастный случай? У него записку на столе обнаружили. В моей смерти никого не винить и так далее. Господи! Все-таки придется это сделать. Только надо... Надо это поскорее, а то сейчас начнется такое. Ну, естественно. Я думаю, начинать надо прямо сейчас. Давай. Жалко, Мария Тимофеевна. Красивое платье носили бы сами. Я себе еще куплю. Вы такая добрая. Вы когда из интерната уехали, все-все о вас жалели. Я даже каждую ночь с вами разговаривала, как вы учили. Шепотом. Осторожно. Я не могла не уехать. Я же замуж вышла. Ну-ка, смотри. Ой, нет, это не то. Ну, ты посмотри на себя. Ну, ты же красавица. Тут немножко подберем. М? Нравится? Это не обман. А ты что, не веришь своим глазам? Мне очень нравится. Верю. Подожди, у меня тут еще одно платье было. Подержи. Вот, вот это. Много обмана. Что с тобой? Много обмана, Мария Тимофеевна. В тех тетрадках тоже обман. Нюра! Поверьте. Ну, подожди, говорю. Нельзя об этом говорить, нельзя. Любимая. Привет. Приветик. Привет. Приветик, я соскучился. Я тоже. Ты чего так долго? Знаешь, трудовые будни иногда сменяются не менее тяжелыми трудовыми праздниками. Да. Знаешь, что мне подарили? Что? Говори. Ну, закрой. Ну, закрой. Закрой. Закрыла. Только не подсматривай. Не подсматриваю.
С ума сошел? Сошел. А тебя сошел. Значит так, не вздумай здесь ни с кем пререкаться и ни в коем случае не спорь с Инессой. Да, и самое главное, держи свой язык за зубами, ясно? Да, сударь. Помоги. А почему вы сами больше не хотите здесь работать? Наработался, хватит. И не задавай лишних вопросов. Все, меня здесь нет. Я уехал, все. Добрый вечер, сударь. Я Нюра. А это ваш ужин. Инесса велела подать вам в кабинет. Нюра, значит? Да, сударь. Ну что ж, здравствуйте, Нюра. А я Олег. Инесса, значит, говорите, велела подавать? Да, сударь. Не отравлена? Как, сударь? Это называется острить? Спасибо, я сам справлюсь. С днем рождения. Ну что, Петька приехал. Все, все в сборе. К столу. Пойдем. К столу. К столу. Все к столу. Он сказал, что я красавица. При всех сказал. Я красавица. Thank you.
Здесь все. Коды доступа, реквизиты, в общем, все, что нужно. Удалось без проблем, как ни странно. Быстро ты. Угу. Ничего не оставил? Ну как же, оставил. Немного. Ну, как мы с тобой договаривались. Слушай, пусть это хранится у тебя. Все должно быть под рукой. Угу. Нет, нет, нет. Пусть уж лучше будет у тебя дом надежный, а у меня Инесса. Никогда не знаешь, что ей может в голову прийти. Ну ладно. Ладно. На самом деле у меня есть отработанный метод хранения ценностей. Что за метод? Психологический парадокс. Все самое важное оставляешь на самом видном месте. Нормальный человек никогда не догадается, где искать. А ненормальный? А вот, ты знаешь, я заметил, в основной своей массе очень-очень нормальные люди. Тьфу. Пойдем, покажу. Так, внимание, ну-ка подержи. Ну, система несовершенна, пока пробки выбивает. Ну как? Хм. Туда? Ну да. Ну, что он мог сказать? Он сказал, что Володька покончил с собой из-за несчастной любви. Ну, зная его, могу предположить, что это так. Не будь простаком, тебе это не идет. Простаком? Простаками были мы все 2 недели назад, когда не придали значения этой информации о каких-то подозрительных авариях. Ну да, да, 2 недели назад все было достаточно туманно. Разбилось несколько машин, на которых были шины нашего южного завода. Ну и что? Что? Никто же не доказал, что они разбились именно из-за нашей продукции. Да, не доказал. Не доказал. А сегодня разбился Володька Тихомиров, который как раз и занимался разработкой проекта для южного завода. Ничего не меняет? Меняет, меняет, не злись. Володя, по-видимому, каким-то образом узнал, что технологическая ошибка на его совести. Я не узнал, он, а понял, что нам всем сейчас грозят вал рекламации, иски, позор и тюрьма. Просто не стал ждать. А мы должны сидеть и дожидаться Платона. Ну, надеюсь, что в ближайшие 3 дня с нами ничего страшного не произойдет. Я пойду к гостям, выпью чего-нибудь. Ваше пальто, сударь. До свидания, сударыня. Пока, Нюр. До свидания, сударь. До свидания, Нюра. Простите, пожалуйста.
Ничего, Нюра, ничего. Да, конечно, ничего, ничего. Гнать надо к чертовой матери за это. Сколько раз тебя можно просить не заниматься ногтями за столом? А сколько раз тебя можно просить? Не читай газеты за столом. А Маруся рекомендовала ее как усердную и трудолюбивую. Мария? Ну да. Это ж ее просили ее ученицу из интерната пристроить. В каких-то курсах она занималась. Кройки шитья, что ли? А что же Маша сама ее не взяла? У нас Маша сама все любит делать. А полы мыть просто обожает. Боже мой, бывают же еще хозяйки на свете. Да уж. Этой хозяйке о себе не мешало бы подумать. Ходит с каким-то хвостом на голове и дешевой майки. При ее-то деньги. Я нового повара взяла. Каждый месяц новый повар. Ну, ты должен понимать, не просто найти хорошего человека. Это да, это днем с огнем. Да. Он мужчина. Кто? Повар. Ему 24 года. Кому? Ему. А садовника еще. Садовник-то нам зачем? У нас сада нет. Ну вот он-то и посадит. Надеюсь, он совершеннолетний. Кто? Солнышко. Садовник, лапушка. Хорошего дня. И тебе того же. Никогда меня больше так не называй. А во-вторых, пожалуйста, оставь эту привычку входить без стука. Сдурила, что ли? Я всегда-то входила в этот дом. Может, ей не вовремя? Да. Может, мне уйти? Да. Без предварительного звонка, без моего личного приглашения. Больше никогда сюда не приходи. Ненавижу бесцеремонность. Где мой бежевый галстук? Я тебе не служанка, твои галстуки вонючие искать. Черт. Дурели, что ли, сегодня все? С добрым утром, барышня. Простите, что помешал. Это Инесса учит меня говорить. Инесса?
Учит говорить? Да, сударь. Она велела мне говорить не забор, а ограда. Я путаюсь в словах. Очень много слов. Я изучаю слова каждый день новые слова. Я никогда себе не могла представить, что люди могут говорить сейчас слово «одиозный». Я думала, что это очень глупый или, ну вот, идиот. А оказалось, что это крайне противный. Представляете, сударь? Одиозный значит противный. А вы что, верующие? Свечи – это люди. Сколько свечей, столько людей. В памяти остаются не только слова, но и люди. Но слова живучие. Живучие. Ну да, даже самое непристойное слово, оно живет себе и живет. И с ним ничего не делается. А человек может и умереть. Сударь, ваш галстук. Что? Галстук. У меня голова болит. Спокойной ночи, любимая. Информация об авариях на юге. Это нас никак не касается. Паш Тихомиров, зря выпрыгнул из окна. Ой, простите. Мы сами, не надо больше, спасибо. Что это значит зря? Вот полюбуйтесь. Результаты новых анализов. С нашими шинами все в порядке. Это всем ясно? То есть, по-вашему, человек по собственному желанию выбросился? Решил полетать, так что ли? Возможно. Это его личное дело. И нашей компании никак не касается. Все. Тема закрыта. Никаких дополнительных тестов, анализов или расследований не потребуется. Никакого отзыва продукции не будет. Ничего другого я не ожидал. Ребят, не знаю, как вы, а я этого так не оставлю. Надевайте на бокал, и тогда вы уже свой бокал не перепутаете с бокалом соседа.
У вас груша, у соседа яблоко. А, к примеру, вашей подруги виноградная гроздь. Ну, на вечеринках, когда много людей, очень удобно. Упакуйте, пожалуйста. Пожалуйста. Я возьму две упаковки. Что делаешь? Я хочу начать работать. Тебе чего-то не хватает? Хватает, но мне надоело сидеть дома. Значит, ты снова хочешь заниматься с отсталыми детьми? Нет, потому что, к сожалению, больших денег этим не заработаешь. А мне надо много. Машенька, я понимаю. То, что произошло с тобой, не имеет никакого отношения к тому, что мне надоело сидеть в четырех стенах. Я поговорила с Петей, он поможет мне зарегистрировать фирму. Петя не сможет, у нас сейчас куча дел, нет времени. Извини. Да, Петь, подожди на линии минутку. Угу. Скажи мне, зачем тебе все это, а? А мне надоело быть домохозяйкой, курицей и клушей. Да. Да, ко мне приезжай, поработаем. Значит, можно без стука, да? Я, значит, не обижаюсь.
Ну, дайте поговорить-то нам. Уже идет. Куша везде развесит по всему дому. Вот она везде, понимаешь? Заколку подними. Ко мне на столик положи. Слушай, как хорошо ты зашла, а? Я все думаю, думаю, все перерыла. Что мне такое придумать, интересно, на свой день рождения, а? А что тут придумывать? Представление так будет обеспечено? Марионетки, кукловоды, кукольный театр. Алло. Глеб, это Олег. Когда проснешься, позвони. Слушай, хватит отключать телефон. Честное слово. Ты знаешь, я все пытаюсь разобраться, когда это началось. Мне кажется, я понял. Помнишь тот день, за 2 недели до самоубийства Тихомирова, когда мы впервые узнали об авариях на юге? Нюра! Вот, ты Нюра. Ты же обычный заяц. А вот и нет. Зайчик. Я не обычный заяц. У меня есть мутафон. Сейчас он съест морковку. А еще я не ем морковку. Сударь, смотрите, он как будто с вами разговаривает. Ей-богу, Нюра! Вы меня когда-нибудь в гроб вгоните. Вас нет, сударь. Я слышал, ты дело свое хочешь открыть? Да, нет. Не говори, что у тебя не получится, у тебя все выйдет. Я знаю почему. Это почему? Я такие вещи чую, у меня чутье на них. Да? Дай-ка ключ, пожалуйста. Держи. Спасибо. Пожалуйста. Ты знаешь, я на самом деле хотела сказать, что я придумала. Гони прочь эти одиозные мысли. Одиозные? Угу. Знаешь что,
означает одиозный? Нет. Противный. Мне Нюра рассказала. Она у нас словарики читает, ну и заодно меня просвещает. Она хорошая, да? Не хотел с тобой об этом говорить. Какая-то она, знаешь, странная она какая-то. Я вот даже решил о ней справки навести. Ну, узнать, откуда она, кто она вообще. Ну, мог бы у меня спросить. Обиделась, что ли? Ну, ей-богу, ну что ты, меньше всего на свете я хотел бы тебя обидеть, поэтому решил не приставать к тебе со своими расспросами. Еще решишь, что я тебе не доверяю? А что это такое? Ну, твоя Нюра. Ну, ты понимаешь, все ее детство вообще кошмар какой-то сплошной. Понимаешь, появилась мачеха в семье, малыш родился. Ну, Нюра, естественно, как няня у них была. Кормила его, везде убиралась. Они били ее, шпыняли. А потом вообще какая-то ужасная история произошла. Но и она совсем говорить перестала. Она и до этого-то не очень разговорчивой была, а то совсем перестала. Но в интернате она быстрее всех в группе снова научилась разговаривать. И днем, и ночью занималась. Она умница. Сильная девочка. Да, шкафы сдвигает. Шкафы? Да. Сударь, шкафы следует мыть не только спереди, но и сзади. Ну, вроде все. Я скажу, что это сделали кошки. Это сделали кошки.
что ты все время там лазишь? Объясни мне, что у тебя все время сыпется из рук. Так а это что такое? А что это? Что это такое, я тебя спрашиваю? Это соль. А она влагу впитывает. Да, это соль. Понимаешь? И она здесь впитывает влагу. Ей нужно ее трогать. Иди лучше уберись у меня. У меня папа приезжает. Ну куда ты пошла? Здравствуй, Нюра. Здравствуйте, Марья Тимофеевна. Давай помогу. Спасибо. Ну, как поживаешь? Инесса говорит, что я бегаю и разношу сплетни. Хотя нет, она хорошая, кошек любит. Кошек? Угу. На вашей крыше ходит. Я сама видела. На моей крыше? Угу. Две штуки кошек. Черные и рыжие. Не пьем. Алло. Кто смеет не пить с тобой сегодня? Я же сегодня должна быть в центре внимания. Абсолютно. В центре ты прелесть. Глеб. Ау. Мне только что позвонили с Южного завода. Ты зачем это сделал? Здравствуйте. Папочка, папочка! Как я рада, что ты приехал. Какие вы у меня? Папочка, это же моя мечта. Очуметь. Мужа благодарим. Да ты что? Олег. Спасибо тебе большое. Это вообще что-то. Ну что, это же мой долг. Не-не-не, папа, это не трогай. Что там у тебя? Соль. Знаешь, как она влагу собирает? Люди, они как будто смотрят на меня и хотят сказать, ну какой от тебя толк? Да ну прекрати, что ты выдумываешь. А вообще, знаешь, по большому счету, ты, да плюнь ты на них. У тебя же есть, ну все, о чем ты так давно мечтала. Вот это вот тихая семейная жизнь. Знаешь, мне она напоминает гостиницу. Гостиницу? Ну да. Это когда мужчина возвращается домой, где его ждут. Еда, ужин, душ, постель. Но он ничего не может сказать женщине, которая сидит напротив него и, подперев
лицо ладонью, просто смотрит, как он ест. Она хочет много ему рассказать. Настолько много, что ей приходится просто молчать. Это, знаешь, напоминает мне номер в старом заброшенном отеле, где двое волей обстоятельств вынуждены находиться вдвоем. А за окном, понимаешь, не Настя, снег, какой-то ужас. Они просто не могут выйти. И им приходится мириться. Вот эта вот жуткая рутина, она меня, честно говоря, просто выводит из себя. Ой, ты дрожишь. Я принесу плед. Не надо. Я пойду туда, к ним. Платон Сергеевич, простите, Платон Сергеевич, пока ничего не понятно. Можно вас на секундочку? До полного завершения судебной экспертизы трудно что-либо предположить. Но точки на роговице специфические. Это говорит нам только об одном.
Возможно, это рицин. Сигнал, когда... Тихо. Здорово. Привет. Ну что здесь у тебя? Непонятно, вроде отравление. Рицин действует не сразу. Это медленный яд. Да нет у нас яду, сударь. У нас только соль. Заткнись, идиотка. Тебя вообще никто не спрашивает. Странная такая соль никак у людей. И хранит она ее на книжной полке в табакерке. Соль нужна. Соль нужна, чтобы впитывать влагу. Правильно, сударь, правильно. Я тоже люблю, когда правильно. Соль влагу впитывает. Да, сударь. Три капли в стакан. Я на бы засну, засну, засну. Где кошка? Какая кошка? Вам нужно перекусить, сударыня. Когда приходят кошки, нужно оставаться сильной. Что ты несешь? А? Что ты ищешь все время? Что ты шаришь здесь все время? То, что ты знаешь. А может, ты воровка? Я у вас ничего не брала, сударыня. Ну-ка, пошли в твою комнату. Очень много на свете людей, сударыня. И обязательно кто-нибудь всегда умирает. Где взять столько свечей? Ведь кто-нибудь обязательно должен зажигать свечи. Быстро собрала свои манатки и вон отсюда. Вы не виноваты, вы не виноваты, сударыня. Вы не виноваты, сударыня. Соль впитывает влагу.
Ну что с тобой, Маш? В конце концов, что с тобой? Ты хочешь узнать, что произошло? Слушай, я тебе расскажу. Ты спутался с женой друга, и у вас зашло все очень далеко. А разводиться не хочется, правда? А зачем? Дерешь имущество, разборки, ссоры. Поэтому вы сначала решили убрать ее мужа. А теперь моя очередь. О, Господи. Прости. У Олега на бокале был такой же брелок, как у меня. В табакерке был обнаружен не только кокаин, но и рицин, один из сильнейших ядов. Из чего следует, что либо вашу дочь хотели убить вместе с Олегом, либо хотели просто подставить. Проходи. Давай чемодан. Заходи. Тут будет твоя комната. Располагайся здесь. Если что понадобится, говори. Это вы делали подборку пресса для Олега Григорьевича? Да, обычно я. А когда вы это сделали?
А эту подборку я не делала. Она вообще сделана неправильно. Видите, здесь дата выпуска газет отрезана и почему-то написано от руки. Это почерк Олега Григорьевича? Нет. Но я знаю, чей это почерк. Тяни руки. Только вы и я знали о том, что в офисе установлены камеры видеонаблюдения. Поэтому он и разговаривает с ним так свободно. Он запугал Тихомирова, и тот действительно подумал, что он виноват во всех этих авариях на юге. А теперь обратите внимание, вот эта кассета закончилась. Вот. И автоматически включается следующее. Смотрите. И здесь уже отчетливо видно, что Тихомиров погиб без посторонней помощи. Поэтому предыдущую кассету никто даже смотреть не стал. А что с газетными вырезками? Сообщения об авариях выходили в течение 5 лет. Он собрал их и преподнес таким образом, как будто это все случилось в течение месяца.
Глеб и Олег все-таки не придали значения этой информации. Тогда он запугал Тихомирова. И тут уж ничего не оставалось. Так вот почему они перевели почти все деньги в Швейцарию. Наверняка он им посоветовал. Ну, конечно. Но как же он хочет добраться до их счетов? Я в тебя не стрелял. Перестань, Глеб. На пистолете твои отпечатки и мои. Других нет. Ну, конечно, нет. Естественно, нет. Это мой пистолет. Маш, я тебя не хотел убивать. Ни тогда, ни сейчас, никогда, слышишь? Я нашла это письмо у тебя в кармане. Глеб, Глебочка, Глебушка, я вижу, что между нами. Что это за бред? Я это вижу в первый раз в жизни. Я видела ее заколку. Чью заколку, Маша? Заколку Инессы. В нашей постели. О, Господи. Мы просто пили кофе. Она зашла к нам утром. Да, она зашла. Мы сидели и пили кофе. Ты видела это сама своими собственными глазами. Подожди, так Нюра. Нюра в тот день была у нас в доме. Она сказала, что ты попросила ее помочь убрать дом. Она заходила в спальню. А я не верю тебе. Маша! Не стрелял я, поверь. Платон. Где? Хорошо, я подъеду.
Это вам, сударь. Помните театр? Ну вот я и взяла. Новый год все-таки. Неудобно без подарка как-то. Папку ты принесла? Это она? Да. Спасибо. Совсем взрослая барышня. Ты в страшной опасности, Юра. Поедем со мной в Москву. Это ваша Нюра. Это привезли мне из Ярославля. Она привлекалась по делу об убийстве. Убила младенца. Ударила головой и металлический стержень обогревателя. Я думаю, это сделали кошки. Вы почитайте, что она говорила. Я знаю про это. Но это был несчастный случай. Она никого не убивала. А следователем был. Узнаете? Петр. Он вел это дело. Как марионетками из кукольного театра. Я должна идти. Мне нужно срочно поговорить с Глебом. Можете передать ему, что он уволен. Я бы мог простить ему все. Но Глеб затеял самостоятельное расследование на Южном заводе. Он решил действовать за моей спиной. А я таких фокусов не прощаю. Я больше не смогу ему доверять. Следовательно, должен вам напомнить, что мой дом уже не ваш. Впрочем, как и служебная машина. Стойте! Почему он отравил Олега, я понимаю. Олег был не глупый парень и, видимо, стал догадываться. А почему он в вас стрелял? Почему он вас так ненавидел? Когда-то давно я предпочла Глеба Петру. Вот как? Сука она, это любовь. А что там за цифры, сударь? Это не важно совсем.
А теперь никто ничего не узнает? Нет. Ни одна живая душа. Спасибо, сударь. Спасибо, сударь, что нашли меня. Я, честно говоря, перепугалась, когда первый раз вас увидела. А потом, когда вы мне сказали, что Марии подбросили папку с бумагами, где, ну, неправда это. Угу. Ну, будто я ребеночка убила. И что ее нужно найти, забрать, я сразу поняла, что вы хороший. Только вот там какие-то цифры. Еще вы сказали, что вот только записочку напишем, и все будут смеяться. А никто не смеялся. И сейчас тоже никто не смеется. А у них нет чувства юмора, солнышко. Ну ладно, собирайся, поедем. Сударь, только я не успела пообедать. Не успела. Ну что же, выбирай все, что хочешь. Угу. А куда мы едем, сударь? На вокзал. Посажу тебя на поезд. Ну, а сам потом полечу на самолете. Я поеду туда же, куда и вы? Нет. Когда мы увидимся теперь, сударь? Никогда. Но не волнуйся, я сделал все, чтобы ты жила хорошо. Я все подготовил, поэтому никаких проблем у тебя не будет. У тебя не будет хлопот. Не волнуйся. Я думала, что оно уже ушло, а оно опять вернулось и стоит у меня за спиной. Я скажу, что это сделали кошки. Черная и рыжая.